Кирилл, мое послание тебе, поздравление с днем рождения. Всего тебе наилучшего, братан, друг мой. Ну и здоровья в первую очередь. Все, чего мы хотим, в первую очередь для тебя. Ну и пускай твои все мечты сбываются. А я тебя поздравляю вот с этим прекрасным видом, с этой панорамой местности, где я живу. Так называемая страна басков. Пожалуйста, наслаждайся. Чистый воздух. Надеюсь, что в скором будущем ты сюда ко мне приедешь, и мы насладимся с тобой вместе. Еще раз тебя, друган, с днем рождения. Удачи тебе. Пока-пока. Пожалуйста, это все для тебя. Кирилл, привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, побольше хороших людей на жизненном пути. Еще раз привет из Казахстана. Пока. Всем привет, ребят, с вами Фелдрикс. Сегодня у нас очень замечательный день, просто наипрекраснейший. Сегодня у нас день рождения очень хорошего человека. Это Кирилл Изумруд. Кирюх, от себя желаю тебе крепчайшего здоровья, чтобы все твои цели, которые ты перед собой поставил, у тебя исполнялись, чтобы у тебя развивался канал, и чтобы все твои близкие, друзья всегда поддерживали тебя и были рядом с тобой. Успехов тебе во всем. Доброе утро, дамы и господа. Сегодня 5 сентября. Мы ведем прямой репортаж с Московской кольцевой автомобильной дороги. В это прекрасное солнечное утро хотелось бы поздравить нашего глубоко уважаемого, любимого блогера, танкиста и друга с днем рождения, пожелать ему счастья, успехов во всех его начинаниях, кучу подписчиков, для начала 100к, как минимум, и всего самого наилучшего. Пусть в жизни будут только радость, удача, верность, доброта. Пусть окружает тебя всюду улыбок нежных теплота. Пусть круг друзей твой станет шире, желая много ярких встреч, чтоб друзья ценили, старались дружбу уберечь. Не зная обид и поражений, ведь ты силен, умен, красив. Тебя я поздравляю с днем рождения, желаю мужества и сил. Изюмыч, братан, всего тебе хорошего, поздравляю тебя с днем рождения от Сакраса, от всей моей аудитории, от моего канала, дружище. Всего тебе самого наилучшего в жизни и обязательно. Ты знаешь, тебе, наверное, многие советуют, тебе, наверное, многие желают там миллион подписчиков, там 100 тысяч подписчиков и так далее, дружище. Но я-то знаю, как работает YouTube, как стример тебе могу сказать, что в следующем году у тебя на самом деле может быть 100 тысяч подписчиков. Поэтому это тебе цель, это тебе поддержка в 2020, чтобы у тебя было 100 тысяч, братан, подписчиков. Я тебе желаю. Это первое. Второе, конечно, здоровье. Ты красавчик, начал заниматься спортом. Я надеюсь, у тебя такие же баночки когда-то будут, как у меня. Любительские. Всего тебе хорошего, наилучшего, братан. Знюхай. Люби близких, цени, и у тебя все будет хорошо. Ты красавчик, ты все делаешь правильно. Всего тебе хорошего, братан. Знюхай от Алина и от всей моей аудитории. Знюхай тебя, братик. Кирилл, привет. С днем рождения. Помимо всех остальных поздравлений, хочется сказать, что ты большой молодец. Спасибо тебе за тот контент, который ты делаешь. За год ты действительно добился очень многого. Пожелать, наверное, хочу, чтобы тебя никогда не покидало вдохновение, стремление к работе, стремление к развитию. Реализовывай все свои цели, продолжай упорно работать. Всего тебе самого хорошего. Кирюх, мне здесь шепнули, что у тебя знаковое событие, поэтому я буду записывать без дублей. Заглянул я тут в Википедию. Оказывается, изумруд — это бериллий 3, алюминий 2, кремний 6, кислород 18. А цвет камня делится на 3 составляющих. Это тон, насыщенность и светлота. Вот светлоты от тебя исходит очень много. Прям изумрудная аура, которой ты заряжаешь других людей и передаешь им этот изумрудный заряд. Спасибо изумрудным батареечкам Наташи и Вики за возможность нам, простым смертным, поздравить такого великого человека.
Но вернемся к изумрудам. Лишь изумруды наивысшего качества прозрачны. Как мне показалось при встрече, ты открытый и кристальный человек, хоть нам и не удалось пообщаться толком. Вот. Хорошие изумруды редки в нашем мире. Основная их масса встречается в Колумбии, Замбии, Бразилии и Египте. В первые две страны я бы тебе не советовал посещать, потому что там идут бандитские разборки, тра-та-та. А вот Бразилия и Египет, вполне ты бы их смог посетить. И я жду влог от тебя из этих стран. Ребят, кто желает, чтобы Кирюха оказался на месторождении изумрудов, ставьте лайки, пишите в комментарии. Ну а чтобы у тебя все было успешно, тебе надо много стримов, много влогов. А чтобы производить много стримов и влогов, тебе нужно здоровье. Поэтому хочется поднять этот кубок и выпить за твое здоровье. Еще раз с праздником, Кирюх. Алло, Матвею, привет. Вітаю з днем народження. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Кирюха, здорово. С днем рождения тебя. Желаю счастья, здоровья, ну и успешной карьеры блогера. Привет, Кирилл. Если ты смотришь на видео, значит, у нас уже и сентябрь на дворе. А раз у нас сентябрь, то хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать тебе крепкого здоровья, поблагодарить тебя за большое количество стримов, которые ты с нами провел, и пожелать тебе еще много-много удачных стримов, удачных боев, приятного времяпровождения с нами, с друзьями, ну и так далее. Кирилл, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, побольше хороших друзей и успехов в будущих твоих начинаниях. Итак, всем привет, меня зовут Денис, игровой ник 123 ЛГТ, я из города Тверь. Кирилл, я еще не знаю, смогу ли поздравить тебя в этом году лично и приехать в Белозерск, но на всякий случай записываю это видео. Я желаю тебе всего самого хорошего, чтобы все цели, которые ты перед собой ставишь, ты их обязательно добивался, и чтобы ты был доволен тем результатом, который ты получаешь. Не останавливайся на достигнутом, иди только вперед. За этот год ты добился, я считаю, очень многого, и ты большой молодец. Я поздравляю тебя с днем рождения, надеюсь, все-таки получится увидеться. Ну и посмотри, как у нас тут красиво. Это, кстати, Волга за спиной. Еще раз с днем рождения. Привет, Изюм. Там у тебя скоро день рождения намечается, и я не мог остаться в стороне. Я вот только что прилетел в Будапешт, и будем поздравлять тебя прямо отсюда. Мы с тобой уже давным-давно знакомы, лет 5-6, не меньше, еще с Роты Помидора. Немалый путь в этой игре нашей мы прошли вместе. И что я хотел сказать, я рад, что это был именно ты. Ты ни разу за это время не показал ни единой своей плохой черты, потому что у тебя ее нет. Хотел пожелать тебе оставаться таким же, не меняться. Ты не представляешь, какую сильную энергию ты излучаешь. У каждого из нас в жизни своя дорога, и желаю тебе пройти этот путь с улыбкой на лице. Все, люблю, целую. Привет, Кирилл. Поздравляю тебя от себя лично и от клана 35 СБ с днем рождения. Желаем тебе и счастья, удачи, крепкого здоровья, продвижения на твоем канале YouTube, чтобы ты всегда нас радовал своими стримами, заходил к нам, катался с нами, вот. Ну и мы оставались таким же дружным коллективом и чаще встречались в реальной жизни. Привет, дорогой Кирилл, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе крепкого здоровья, удачи, успеха во всех твоих начинаниях. Рады нас своими стримами. Мы тебя очень сильно любим. Также хочу сказать, что я очень рада нашему знакомству. Мы с тобой уже давно дружим. И в реале не раз виделись. Ты очень клевый. Оставайся всегда таким же. С днем рождения.
Здорово, Кирюх, поздравляю тебя с днем рождения. Если честно, не хочется вообще ничего материального тебе желать, потому что у нас, мужиков, сам знаешь, это все в любом случае будет, все будет зависеть от нас самих, от нашего старания, поэтому то, что ты захочешь, ты сам получишь, не буду желать, как я уже сказал, ничего материального. Вот. Хотелось бы сказать то, что ты уникальный человек, да, я, честно, таких людей в своей жизни, наверное, похожих на тебя даже не встречал, и я надеюсь, что, да не то, что я надеюсь, я уверен, что у тебя в будущем будет все только круче, лучше, на самом деле. Вот. Сохраняй те качества, которые у тебя есть, будь таким же, вот, будь таким же, какой ты есть, вот серьезно, просто вот постарайся сохранить, с тобой крайне прикольно общаться, работать, тусить, я не знаю, да, просто взаимодействовать как-то, вот, знаешь, вот как вот свой какой-то родной, я не знаю, близкий человек. Я безумно рад, что мы с тобой знакомы и общаемся, вот. Это круто. Что хочу пожелать? Пожелать хочу отлично отметить день рождения, вот. Провести клевое время. На самом деле впереди, в принципе, очень много всего, я в этом тоже уверен, каких-то открытий, каких-то новых знакомств, новых людей, новых движений, новых эмоций. Пожелать, чтобы их было еще больше, ну почему бы и нет. Вот. В общем, еще раз с днем рождения, капитан. Всего тебе самого наилучшего. Ну, а следующая песня звучит специально для Кирилла. У Кирилла сегодня день рождения, давай сегодня с ним поздравим. Кирилл, с днем рождения. Следующая песня звучит от Карсона специально для Кирилла из Кирилла. Нашего из Казахстана. Тебе отдельный привет из Астаны. С днем рождения тебя, Кирюха. Спасибо, что ты есть. Такой добрый, отзывчивый, настоящий друг. Самое главное, здоровье тебе, твоим родным. И второе, чтобы тебя окружали самые лучшие, достойные твои друзья. С днем рождения! Пока!